Мы с вами убеждены, будто бы замечаем, воспринимаем намного больше, чем на самом деле. Нам кажется, будто мы видим все, что происходит вокруг нас, слышим все, что происходит вокруг нас. Вот эта убежденность и есть та самая великая иллюзия сознания, суть которой пытаются понять все. На самом деле тут две стороны. С одной стороны, вопрос в том, почему нам так кажется, а с другой стороны, и, собственно говоря, здесь больше почвы для экспериментально-психологической и нейрофизиологической работы. Вопрос в том, а чего мы, собственно говоря, не замечаем. А то, что мы не замечаем очень много, на самом деле известно с древности. Фокусники и карманники прекрасно этим знают и этим пользуются. И, собственно, примерно в 2008 году наметилось даже новое научное направление, такая коалиция фокусников, психологов и физиологов под названием нейромагия, которые, собственно говоря, и пытаются отвечать на вопрос, а почему мы убеждены, будто мы видим все, а на самом деле видим очень и очень немногое.